Перед кинотеатром «Шибко» процесс в самом разгаре. Рабочие реставрируют старый фонтан, не видевший воды последние десятилетия. Он должен быть запущен уже в этом году. Изменится и территория вокруг. Комплексную реконструкцию улицы Старозагора местные жители ждали давно. И не заметила вот эту арматуру и упала, сломала руку. Хочу, чтобы был хороший асфальт. Был детям кататься, чтобы... А то здесь детям даже кататься не на чем. Да, дальше? На велосипеде не проедешь нормально. Ну, хотелось бы, чтобы она приобрела ухоженный вид, чтобы для людей было приятно прогуляться по ней по вечерам. На дорожках уложат плитку цвета дорблю. Здесь же разобьют клумбы и засеют газоны, заменят уличное освещение и установят скамейки. Все четыре фонтана и уникальное мозаичное панно получат вторую жизнь. Когда улица будет благоустроена, без сомнения, сюда будут приезжать со всех районов города, потому что рядом находится замечательный парк Гагарина, и улица заживет новой жизнью. 16 торговых киосков уберут. Часть незаконных, они уже съезжают. Часть тех, которые имеют договор аренды, с ними уже ведется работа по расторжению договоров аренды. И есть, значит, торговые места, которые непонятным образом были оформлены в частную собственность на территории бульвара, что, конечно, мы с вами понимаем, совершенно противозаконно. Мы по этим киоскам пройдем все судебные процедуры и добьемся того, чтобы они были устранены. В реконструкции Старозагора примут участие и меценаты. Имена не оставшихся в стороне людей и названия организации увековечат в истории на специальных табличках. Работы по реконструкции улицы планируется завершить к сентябрю этого года.